Что ж, всем привет, с вами Степной Путешественник. Сегодня я решил отправиться в путешествие, естественно, по степи. Отправиться на велике, покататься, показать виды и другое. Поначалу мне появилась идея записать именно на велике, получается, поставить телефон в селфи-палку, потом селфи-палку привязать к велосипеду и ехать и снимать. Но у меня возникли неполадки. Просто-напросто телефон трясся из-за незначительных неровностей. Сейчас сами все увидите. Ну, я думаю, вы поняли, как все происходило. Короче, не буду вас задерживать, смотрим. Так, ну все, я выехал уже из Черткова. Вот, можете посмотреть. Сейчас будет марш-бросок, где-то километров 10. Там встретимся. Так, ну вот я уже приехал в Дудниково. Это, конечно, не опорный пункт, но уже на полпути к первому опорному пункту. Их еще два. Так, ну до первого опорного пункта осталось где-то километров... километр 2-3, где-то так, плюс-минус. Там, я думаю, я передохну, а возможно даже поем. А пока предлагаю насладиться видом. Ну вот, мы уже почти добрались до Манькова, то есть до первого опорного пункта. Вот Меловая гора, если видно. Я потом подъеду поближе и ее засниму. И также у меня есть две плохих новости и две хороших новости. Пожалуй, начну с плохих. Ну, во-первых, то, что... у меня разрядилась селфи-палка, и поэтому не очень удобно снимать. А во-вторых, начало выглядывать солнце, а это плохо, так как у меня нет ни кепки, ни нормальной майки, чтобы я не могу не спрятать ни плечи, ни башку. А две хороших новости. Ну, во-первых, то, что здесь ловит интернет 4G, то чувство, когда у тебя интернет дома ешка ловит, а здесь 4G. А вторая хорошая новость, это то, что это там тот сам факт, что мы находимся возле Меловой горы. А значит, здесь будет много видов,
и много годного контента. А вот та самая меловая гора, о которой я говорил. Вот мы до нее добрались, и сейчас мне надо будет забраться наверх. Ну, для вас, конечно, будет по щелчку пальца, а вот для меня где-то минут 5. Ну, как я и говорил, по щелчку пальцев я забрался буквально сюда, для вас. А для меня это было где-то минут 5, потому что велик на гору тащить такое себе занятие. Не советую потом повторять, выполнено профессионалами. Кстати, вот нашел, сейчас покажу, нору байбака. Хуба. Вот так вот. И сейчас покажу вид с горы. Надеюсь, телефон не выпадет. Хотя куда он выпадет? Мое. Капец, давно не было на таких вершинах. У нас такой на степи, хер где встретишь. Оба. Ё-моё. Капец. Сейчас спущусь с него поближе. Вот. Оба. Так, тихо, аккуратно. Я что-то секую. Давно таких не был. Все-таки. Блин, комары достали. Утро уже, идите спать нафиг. Еще один вид есть. Так. Ну, я думаю, сейчас поездить по этим горам. Не прям поездить, а походить, посмотреть, может быть, еще что-то красивое найду, а потом уже буду выдвигаться в Маньково. Так, ну что, я уже в Маньково. Сейчас пойду, пока велик пока покачу. Там скоро будет один опасный мост, поэтому получим немного экстримчика, так сказать. Если что, остальные видосы, которые я заснял, классные виды, вот это вот на Меловой горе, да и не только, в принципе, которые не попадут в течение ролика, я их запихаю в конец ролика уже, как самые классные виды, которые, ну, которые я посчитал самыми лучшими. Вот так. Так, ну вот тот самый мост, про который я говорил. Сейчас. Хуба. Оба. Вот он. Да, он шатается жестко. Некоторые эти, блин, как сказать, дощечки проломлены. Ну, сейчас пойдем по нему. Так, сейчас. Где-то вот так вот. Надо уже идти. Хоба. Да, сейчас реально будет жестко. Блин, ты издеваешься. Так, во, сейчас начинается. Ё-моё. Так, я даже сейчас... Не знаю, еще получится вырубить фронталку. Не, нифига. Ожидаемо. Ну да ладно. Я, в принципе, вот так вот буду идти и показывать.
Так, хуба. Во. Шатается. А, я даже сейчас вот так сделаю. Чтоб удобнее было. А, ну так тихо. Я там ничего не... Все нормально. Ё-моё. Ощущение, как будто сейчас одна из них проломится, и я нахер свалюсь. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Хотя второй раз уже как-то не так сыкотно идти, как было в первый. Привыкаю. Мне не привыкать. Ё-моё. Все, почти прошел. Отлично. Я прям рад. Скоро, наверное, кататься уже буду через него. Так. Так. Сейчас. Ну, сейчас я уже поеду до Манькова. Точнее, не до Манькова. Я и так Манькова. Я поеду в одно место, присяду, отдохну. И там уже включу запись. Так, ну что ж, все, я в Маньковском парке. Сейчас посижу, отдохну. И буду выдвигаться уже в саму Гусево. Это второй опорный пункт. И там я уже поеду домой. Так, вот я, короче, выехал уже из Манькова. Я не буду здесь долго задерживаться. Короче, я поехал дальше в Гусево. Потому что машина ездит, а сейчас ничего не слышно будет. Так, ну что ж, я уже почти доехал до Гусева. Капец, я устал просто. Ноги болят. Дыхалка тоже сломана. Поэтому такое себе. Но я уже почти доехал, поэтому нельзя останавливаться. Надо идти до конца. Так, ну что ж, я уже доехал до Гусева. Вот. Сейчас. Во! Так, ну я думаю уже это, я сейчас поеду назад, снимать уже в принципе особо нечего, потому что буду ехать той же дорогой, но если что-то будет интересно, я засниму и покажу. Ну короче, доехал я до Манькова, как сказать, доехал до Полос, хотя не, именно обратная дорога была легче, потому что я ехал с Бура в основном преимущественно. И ветер уже дул не в лицо мне, а в спину. Поэтому было легче. Но ноги у меня просто в ноль. Хотя не то, что ноги болят, болят плечи из-за того, что я рюкзак устал держать. Короче, сейчас я похаваю и буду дальше отправляться. Что ж, вот я уже приехал домой. Капец, я устал, просто ноги в ноль, плечи в ноль. Почти все в ноль. Абсолютно. Короче говоря, я проехал 55 километров, ну не стоп, проехал я 45 километров, а вот на велике, ой, а еще если прибавить пешком 10 километров, получается 55 километров я проехал. Ну а сейчас я вам подготовил специальную сборку роликов, самых лучших, топ-3 самых лучших мест, именно видов, ну где я был. Но не буду вас задерживать, смотрим.
Что ж, я надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм и ВК, ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!